Сотрудники госавтоинспекции позаботились об организации движения в день празднования 65-летия Победы. 9 мая с 9 до 13 часов ограничения будут введены на Октябрьском проспекте на следующих участках. От пересечения Октябрьского проспекта с 4-м Люберецким проездом до пересечения Октябрьского проспекта с Волковским переулком. От пересечения улицы Смирновская с улицы Кирова до пересечения Октябрьского проспекта с улицы Кирова. И от пересечения улицы Кирова с улицей Власова до пересечения улицы Власова с Октябрьским проспектом. Добавлю, что движение в сторону Москвы будет открыто, а вот чтобы пробраться через Люберцы, водителям стоит передвигаться по улице Кирова. Отдел ГИБДД УВД по Люберецкому району рекомендует автовладельцам воздержаться от поездок на личном транспорте, либо заранее выбирать маршруты движения и пути объезда.